мы находимся в келье в память о новгородском владыке Иоанне, жившем в XII веке, ставшего первым новгородским архиепископом и чудесным образом спасший наш город от осаждавших суздальцев с иконы Богоматерь Знамени. Но самая необыкновенная история произошла на этом самом месте. Ведь именно здесь владыка заточил крестным знаменем беса в рукомойнике и заставил последнего за одну ночь доставить его до Иерусалима и обратно, о чем и свидетельствует сохранившаяся роспись. Эта история вдохновила и известных русских писателей. Она легла в основании поэмы «Монах» Пушкина и повести «Ночь перед Рождеством» Гоголя. Ну а если вы захотите своими собственными глазами увидеть это место и, возможно, также вдохновиться, то вам стоит посетить Владычную палату Новгородского Кремля.